Концерт с участием звезд армянской эстрады афиши фестивального анонсировали давно, а потому концертный зал был полон. Для армян, собравшихся со всего Большого Сочи, пели и танцевали Арменов, Джан, Сэм Петросян, Грант и Киликян, группы «Караван» и «Друзья». Познакомиться с культурой своего народа сочинские армяне пригласили и главу города Сочи. Анатолий Пахомов поздравил школьников и студентов с началом учебного года и рассказал собравшимся о реализуемых на курорте проектах. Для многих присутствующих, проживающих в сельских районах, прозвучала и радостная новость. 30 сел, отметил мэр, в сентябре будут подключены к газу. А школьников градоначальник пригласил в музыкальные и спортивные школы, где есть все условия для детской занятости. Напомнил глава города и о предстоящих городских праздниках. Помимо формулы один и приближающегося фестиваля робототехники, Сочи в 2016 году примет всемирные хоровые игры. И армянский гала-концерт, отметили организаторы, можно считать своеобразной подготовкой. Уже совсем скоро хоровые коллективы будут создаваться и во всех микрорайонах Сочи. Ведь песня, напомнил Анатолий Пахомов, и строить, и жить помогает. Вы вспомните, даже на Великой Отечественной войне люди шли на подвиг с песней. И нам уже сегодня вернуть все то душевное, которое только может быть у человека. Чтобы человек стал позитивный, чтобы он относился к своему будущему с уверенностью. Я думаю, в нашем городе такие условия мы создаем. А если те еще и не создали, то обязательно создадим. Концерт шел более 3 часов. После этого артистов еще долго не отпускали со сцены. Аплодисментов хватило на всех.